Историко-культурный центр Ленинского городского округа вот уже больше 20 лет продолжает радовать жителей уникальными выставками. В коллекции порядка 11 тысяч экспонатов, и она постоянно продолжает пополняться. Свой вклад внес и художник Ашот Татывасян. Друг, товарищ, соратник, коллега, народный заслуженный, как я иногда говорю. За последние годы художник с армянскими корнями создал несколько интересных работ, посвященных Великой Отечественной войне. Одной из самых любимых считает изготовление бюста маршала Ивана Баграмяна, который сейчас хранится в пантеоне полководцев Музея Победы на Поклонной горе. Со мной в соавторстве был скульптор Мелконян. Мы с ним сделали эту работу. Значит, в 17 году, к столетию маршала Баграмяна, было установлено. Бронзовый бюст Баграмяна весом 60 килограммов оказался настоящим хитом и был еще несколько раз изготовлен для профильных музеев. Неудивительно, что гипсовая копия маршала станет одной из жемчужин коллекции историко-культурного центра. Нам выпала огромная честь принимать такую замечательную скульптуру от именитого художника. И, безусловно, эта скульптура займет особое место в фондах историко-культурного центра и будет экспонироваться на наших выставках. Сотрудники историко-культурного центра до конца года еще не раз в своих экскурсиях по выставочным павильонам коснутся темы Великой Отечественной войны. Новый экспонат поможет более доходчиво объяснить подрастающему поколению, кто такие маршалы и за какие заслуги они удостоены такого высокого звания. Галина Житкова, Александр Логинов, Сергей Ларин, Видное ТВ.